Эй, давайте поприветствуем фанатов. Давайте вместе похлопаем. Хорошо. О, солнышко светит. Итак, приветствие. 2, 3. Здравствуйте, мы BTS. Итак, где мы сейчас? Это место... V-Live. Да, это место встречи V-Live. Памятная встреча Remember. Точно, скажи-ка еще раз. Remember Fadi. Yeah. Remember. Да, это не просто Remember. Это как кое-кто из бантанов. V. V как V-Live. Remember Party. Да, точно. И так как это наше Remember Party, да-да, до вечеринки мы хотели бы сделать небольшое превью. Превью. Так что мы начали трансляцию на V-Live. Давайте осмотримся вокруг. Да-да-да. Мы еще не видели, что внутри. Да-да. Понятия не имеем, что там. Может, нам уже пора пойти внутрь? Давайте покажем детали места встречи. Давайте пройдемся потихонечку. А это не первая наша трансляция с улицы? Мне так нравится прогуливаться здесь. Когда гуляете по таким красивым улочкам, вам наверняка захочется немного попкорна. О, тут наши имена. BTS. Suga. Джин. Наши имена. Джин. BTS V-Live. Это, наверное, дорого стоило. Ага. Сила капитала. О, J-Hope. Вау, вау. Как они это все сделали? Jimin. Вау, имя Чимина на дисплее. Так ярко, чтобы разглядеть что-то. А где же имя Ви? О. Не вижу имени Чонгука. Наши имена на дисплее. Ага. Пожалуйста, встаньте вот сюда. Remember. Remember. Тэхён, вот сюда надо встать, рядом с Ви. Итак, все встаем здесь. Ой, не иди, встань туда. Я встану напротив Ви. У меня такое чувство, что нам снова нужно сказать привет. Это фото стена. Точно, точно. Это так клево. Итак, нас пригласили на Remember Party. Что вы чувствуете по этому поводу? Расскажите, пожалуйста. Если тебя пригласили на вечеринку, то нужно наслаждаться этой вечеринкой. Чертовски верно. Как наслаждаться, например? Пам-пам, пам-пам-пам-пам. Покажи это фанатам, пожалуйста. Ну, как гласит название, Remember Party для артистов, которые показали прекрасные результаты на V-Live, ощущаются по-особенному. Ага. Мы много стримили на V-Live. Верно, верно. Не могу дождаться. Чё это? Не могу дождаться, когда увижу что-то. Скорее уже увидеть хочет. Я слышала, это сделали специально для нас. Не могу дождаться, чтобы увидеть это место. Чтобы показать настоящую реакцию, потому что мы там еще не были. Да, мы еще ничего не видели. Да, нам нужно было сходить туда и сделать репетицию, но мы не сходили. Вообще не вру. Проследуйте на место вечеринки вместе с нами. Let's go, let's go. Пойдемте с нами. О, погода такая прекрасная. Чувствую себя, звоните. А какая фоновая музыка для Love House? Так много постеров. Понимаю, о чем ты. О, такие классные. Ой, что там, что там? Камера устала, что это? А это не билеты в кино? Постеры так классно выглядят. Точно, ты можешь это в кино увидеть. О, печатная машина! Эта штука картинки печатает. И что нам нужно сделать? Можешь напечатать все, что ты хочешь. Вот это попробуем. Машинка печати постеров? А нам надо заплатить, чтобы она начала печатать? Оно маленькое. 5 вон. Может, 5 вон? О, печатать начало. Она печатает что-то. Так круто. Люди делают замечательные вещи. Ага. Это принтер или машина по печати билетов? А может, это технология 3D что-то... 3D-печати. Вот да. Думаю, нет. Просто принтер? Сори. О, эта штука выпала! Покажи, покажи, покажи. Чимин, покажи. Это продукт высоких технологий. Новенькая. С самого начала уже все очень круто. Пойдемте внутрь. Выглядит так классно. Что это? О, это сделано из светодиодов. Что это? Что это? Так, классно? Что это? О, VL! Здесь можно посмотреть свои личные трансляции. Соло-трансы. Что это? Посмотрите сюда. Посмотрите сюда, посмотрите сюда. Чимин. Почему такой опухший? Это наша трансляция во время нашего концертного тура. Ага, из номеров отеля. О, это с моего дня рождения. Водопад из людей. Точно. Я появлялся на этой трансе. Я на этой трансе играл, и игроки падали просто как лемминги. Чё, правда? Да, посмотри сюда, остальные игроки просто вниз падают. Тебе надо было вверх подниматься, да? Ага. О, игра такая. А люди падают, как водопад просто. Это похоже на сцену. А это не декорация для музыкального видео? О, красиво. Посмотрите на этот дым.
Дэм, это дорого. Чё там? Она может на это наступать? Думаю, да. Это из светодиодов сделано, да? Не знаю. Ей, дискотека! Все, мы реально на вечеринке. Привет, ты откуда? Ой, скользко. Эй, ты откуда? Я из BTS. Ты Лёва. А ты откуда? Так классно. Но проблема в том, что нет музыки. Точно, а это так-то важная вещь. О, что это? Мы сейчас в прямой трансляции, и персонал поднял блокнот, чтобы сообщить нам, что мы в прямом эфире. Привет. Пожалуйста, прочитайте это, мы в прямом эфире. О, серьезно? Эй, все, мы в прямом эфире! Привет всем! Привет! О, серьезно? Да, это живой эфир. На Вилайве. О, правда? Нам нужно всем встать вокруг камеры. Вокруг камеры? Вот так? Вот сюда встань, вот так. Может, возьмемся за руки и встанем в круг? Вечеринка BTS. Remember party. Классно, классно. А Рэм такой радостный. Да, это прикольно. Пол такой прочный и классный. Ощущаю себя великолепно сегодня. Я такой высокий в зеркале. Я выгляжу, как будто я 2 метра 16 сантиметров. Чё, почему? Я такой высокий. Мне нравится это зеркало. Интересно, почему? Эй, мои ноги такие длинные. Это все как некоторое превью для вечеринки. Точно, как превью. Просто попробуем. Это больше похоже на десерт, не так ли? Как гарнир, ага. И вы только что его попробовали. А вечеринка скоро начнется. Когда начнется? 3 часа. 3 часа, 3 часа. Внезапно. Наша вечеринка начнется в 3 часа. Увидимся на Remember Party. Вы уже знаете, как это выглядит. Увидимся. Спасибо, что посмотрели.